Я думаю, вы все знаете, какая сейчас ситуация в нашей стране. Не так давно в Гродно был незаконно задержан блогер Сергей Тихановский, которому не дали зарегистрировать инициативную группу по сбору подписей, чтобы стать кандидатом в президенты Республики Беларусь. Где находится сейчас блогер, мы точно не знаем. Возможно, он на Окрестино, либо на Володарке. Сейчас самое важное, что мы можем сделать, это оказать ему поддержку. Вы видели акции, которые прошли по всей стране в воскресенье, по всем городам. Сейчас мы должны готовиться, чтобы повторить это. Пикеты по всей стране и в ближайшее время в Минске возле ГУМа 5 июня в 18:00 планируется один из таких легальных пикетов по сбору подписей. Приходите. Свободу Тихановскому. Свободу Статкевичу. Стоп, таракан.